Или все сами. Провокацию какую-то. Все взорвали, все сожгли. Машину, пожалуйста. Это не люди, это не люди. Мы для них не люди, они не люди. Они нас не считают вообще ни за кого. Мы просто, я даже не знаю. Как. Магазина там наверху. Мы просто какие-то тени. Украинцы. Не надо нам. И тут же, через две минуты подъехали и сказали. Мы хотим 9 мая, мы хотим 2 сентября с день освобождения города отмечать, как мы отмечаем. Все, теперь все будет как раньше. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Спасибо России, спасибо Чечне, спасибо нашим.